О, Катя, ты проснулась? Да. Сходи за хлебом, пожалуйста. А сам мой не судьба? Иди. Ладно, только сейчас оденусь. Ок. Ок. Прошло 1,5 часа. Ну вот, вернулась. Наконец-то. Ты где была-то? Я ходила за хлебом, потом ничего не помню. Ты такая холодная. Сестра, я заболела. Пойдем в кровать, я тебе температуру померю. Мама сказала, что я за старшую. Они улетели в Лондон. Они скоро прилетят. Через 2 дня. А во сколько? Так, рано? Нет, ночью. Лиза, там какой-то проход открылся. Где? Да вот там. А, вот, все, вижу. И что теперь? Надо туда пойти. Ладно, идем. Тут все такое старое. Фу. Да, фу. Бе. Ой, лампочка сгорела. Блин. И что делать будем? Не знаю. Давай пока поиграем. Тут ни игр, ни книжек. Ничего нету, кроме цветов и старых штук. Да, ты права. Давай вызовем духа. Давай, а кого? Не знаю, давай думать. Лиза, ты это слышала? Да, я слышала какой-то смех. И я. Мне страшно. Валим отсюда! О нет, тупик! Мы в ловушке!